В рамках национального проекта «Культура» в части капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности в первом квартале 2020 года в Кашхабльском районе начался капитальный ремонт здания сельского дома культуры хутора Казёно-Кужорский. Для его осуществления 20 ноября 2019 года был проведен электронный аукцион, объявлен тендер. В нем приняли участие 5 подрядных организаций. Аукцион на осуществление работ по капитальному ремонту здания СДК выиграла подрядная организация ООО «Строитель». 3 декабря 2019 года с ними был подписан контракт, а позже дополнительное соглашение на общую сумму 10 247 480 рублей. В настоящее время объем выполненных работ составляет около 50%. Возведены стены, перекрытия, крыша. Установлены дверные и оконные блоки и иные основные работы, согласно проектно-сметной документации. Проводимые работы находятся под техническим надзором ООО «Строитель». В соответствии с условиями договора заказчика с подрядчиком, качество и темпы выполняемых работ проверяются. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.